Резкий скачок цен на отдельные виды продовольствия стал поводом для обсуждения на одном из заседаний правительства страны. Президент дал недельный срок на решение этой проблемы. Повышение цен на социально значимые продукты недопустимы в это сложное время. В Чувашии тоже выросли ценники на подсолнечное масло, сахар, макароны. Насколько проверили участники специального рейда. На повышение цен повлиял рост транспортных расходов, использование сложных логистических схем поставки продукции и отсутствие собственных крупных поставщиков, считают специалисты. Но все эти причины вряд ли поймут покупатели, вынужденные тратить на покупку продуктов все больше денег из семейного бюджета. Ну, мне это не нравится. Сахар подорожал, во-первых. Макароны подорожали, все подорожало, хлеб подорожал. Как с вами бороться? В этом магазине достаточно часто покупаю. Всякое было. Бывало, что вот, ну, в последнее время цены очень выросли. Но можно найти и акционные позиции. В Минэке провели ревизию цен, сравнили с показателями, которые рекомендованы министерствами промышленности, сельского хозяйства и федеральной антимонопольной системы. Например, цена за литр масла не должна превышать 110 рублей. В принципе, мы видим, да, цены примерно подходят под эти показатели. Есть ниже ценовая позиция, есть выше ценовая позиция. Также проинспектировали цены на сахар. Было выявлено, что цены на сахар завышены на 90 копеек. Это немного. Была дана рекомендация магазину скорректировать цены. В магазине считают, что наценка и так минимальная. Дело в поставщиках, повысивших цены. Закупочная цена на масло подсолнечное подорожала, но мы оставляем такую же наценку. Сахар, песок, привозной. Естественно же, мы делаем 5% наценку только. В ближайшее время планируется подписание соглашения между Минпромторгом и Минсельхозом России. К нему подключатся и товаропроизводители. Региональные сети тоже готовы присоединиться к соглашению. Планируется на ряд социально значимых продуктов заморозить цены до 1 марта 2021 года на уровне, который будет установлен в документе. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика.